тему нашего сегодняшнего урока. Идем. Как вы думаете, какая? Активная и пассивная медитация. Точно. Точно, хорошо. Давайте так, что вы знаете о медитации? Из вашего арсенала, из вашего опыта, из практик, может быть, что-то? Постановка внутреннего диалога. Постановка внутреннего диалога. Дальше. Следующий комментарий. Другие волны мозга, да. Дальше. Зачем она нужна вообще? Зачем люди, многие нормальные, адекватные, образованные люди приходят в такого рода заведения и занимаются вот такого рода вещами? Или тем, что мы сегодня занимались с 12 лет? Чувствую, что что-то не так идет, что хватает. Есть люди, у которых, например, все хватает, и они все равно идут. Просто чтобы почувствовать, то, о чем ты говорил, не то, что ты мыслишь и рассуждаешь, а именно почувствовать что-то под этим, то, что определяет тебя, собственно говоря. Медитация, я так понимаю, одно из средств как раз почувствовать себя. Медитация – это выход за пределы привычного, за пределы ума и, возможно, за пределы физического проявления мира, скажем так. Вы чувствовали много раз этот выход на практике дыхания. Как вы можете его описать, что там? У меня вот сегодня прикольное такое чувство появилось. Я даже не знаю, на какое. То ли оно на уровне логики было, то ли оно на уровне ощущений именно. У меня появилась такая мысль, а зачем я вообще там буду? Не в плане, я к тому, что все правильная мысль, очень-очень правильная мысль. Просто вот именно появилось ощущение, что я истина еще снаружи, а она на самом деле внутри. И вот это не понять, то ли в форме мысли появилось, то ли нет, в форме. Нет, это конкретное переживание, которое ты трансформировал в мысли, в понимание. Четкий опыт. На самом деле, многие техники, когда мы начинаем делать, и многие практики, они как раз-таки учат и заставляют человека не думать. Потому что чем больше ты думаешь в практике, тем меньше эффект от этой техники. Также в дыхании. Ты думаешь, о, что это за образ, ты начинаешь его обсуждать, или там что это за ощущение, начинаешь его как-то контролировать, обсуждать, то тебе уходит этот опыт и все. На самом деле думать иногда надо. Иногда. Да, надо говорить. Итак, сегодня поговорим о медитации. Звучит это просто. Выход за пределы ума, выход за пределы материального проявления мира. А на опыте бывает не все четко понимают или доходят до этого уровня, до реальной медитации. Очень много практикантов, которые медитируют несколько лет и медитируют не в ту сторону. Думая о том, что идет медитация, происходит. А это те состояния, в которых нету описания, вообще нету. Нету восприятия действительности, нету наблюдателя. Трудно понять, конечно, да? Давайте разберем виды медитации, которые бывают, и
как можно применять и выходить на эти состояния самостоятельно в жизни. Есть активная медитация и пассивная медитация. Как вы думаете, в чем разница? Активная — это не динамическая. Очень просто. Заметили, что есть практики в динамике и есть медитации, когда вы садитесь и пытаетесь отключить мысли, наблюдать за звуками, за внешним миром, так, чтобы полностью расфокусировать внимание. Заметили, есть такие практики, есть техника тишины и динамика. Ну, например, динамическая медитация кожи. Вот это одна из форм активной медитации. На самом деле, для того, чтобы достигать хороших результатов выхода за пределы, необходимо их чередовать. Активная медитация. Нужно присоединиться. То есть они, понимаете, друг другу, так сказать, это два разных направления. Если мы берем... Я сейчас буду писать. Внимание, например, как работает. Внимание, фокус. Фокусировка и расфокусировка внимания. Одним каким-то типом медитации заниматься бесполезно, потому что вы где-нибудь встанете. Необходимо их чередовать. Активное, пассивное, активное, пассивное, активное, пассивное. Тогда у вас будет очень хороший результат в постижении этих состояний. Активная медитация, к ним что относится? Спорт. Активный вид, не шахматы. Шахматы – это другое, это пассивная медитация, да. Активная вид жизни. Активный вид спорта. Йога динамическая, йога в динамике. То есть это тоже особый вид медитации, активный. Здесь будет йога статики. И те формы медитации, те виды медитации, которые сидишь в лотосе, либо скрестив ноги, и пытаешься остановить ум. Назовем это остановка ВД. Остановка внутреннего диалога. То есть здесь необходимо фокусировать внимание на действии. На действии. Здесь расфокусировка. Тотально. Здесь необходимо растворяться. Растворяться в окружающем. Также можно растворяться в ощущениях, которые у вас есть. Потому что если вы прислушаетесь к тому, что происходит внутри вас, там целая вселенная. И это можно разглядывать до бесконечности. А здесь необходимо, наоборот, фокусировать внимание на действии. Например, мы делаем практику пранаям с метрономом. Когда мы считаем, чтобы не сбиться, у нас идет фокусировка внимания. Когда мы практику прекращаем, у нас автоматически, потому что мы перегружаем как бы внимание. Когда мы фокусируем внимание, мы его задействуем, мы его запрягаем, мы его нагреваем. То есть мы воздействуем конкретно на внимание, удерживая на каком-то действии. После этого, как только мы прекращаем это действие, прекращаем фокус внимания, что происходит? Внимание начинает автоматически растекаться, гулять. Случается пассивная медитация. Дальше, как работают многие практики?
энергетический. То есть принцип работы, например, динамической медитации Оша. Вначале идет активная фаза, потом пассивная, потом еще раз активная, пассивная, еще раз активная, еще раз пассивная. Таким образом мы раскачиваем маятник туда-сюда. И по этому принципу работают практически все энергетические техники. Понимаете? То есть, если вы занимаетесь видами спорта, такими серьезными нагрузками, то попробуйте после такой хорошей нагрузки резко поменять направление. Попробуйте просто отключиться полностью и зависеть. Отпустить свое внимание, пускай оно гуляет по пространству, либо по внутренним ощущениям. И вы увидите эффект. То есть произойдет такое глубокое расслабление и растворение во внешнем, что вот просто без активной фазы вы до такого не дойдете. То есть если вы весь день лежали дома на диване, и тут решили помедитировать, у вас получится вот так. Для того, чтобы это было эффективно, в активной фазе нужно устать или не обязательно? Желательно. Желательно. А сейчас мы дойдем до момента, как работает это по чакрам. Понимаете, вот многие темы, которые мы обсуждаем в субботу, они, заметили, все практически к одному приходят. Энергетика, свободная энергия и зоны энергетических центров, чакр. Смотрите, активная медитация, то есть вообще активность, она воздействует на нижние центра. Муладхара, Сатхистана, Манипура. Это три нижних центра, которые, на которые идет воздействие. То есть вы раскачиваете три нижних центра и потом отпускаете. И энергия начинает подниматься наверх. И тут уже включается пассивная фаза медитации. Но она, вы понимаете, она не совсем пассивная, это просто название. На самом деле там происходит немножко другая форма взаимодействия с энергией. То есть энергия начинает трансформироваться. Поэтому, когда вы делаете какие-то практики, просто наблюдайте, какая фаза. Либо это актив, либо это пассив, либо это фокус. Либо это раз-фокус. Фокус-раз-фокус. Фокус-раз-фокус. Знаете, как зрение тренировать? Чтобы хорошее было. Ставите что-нибудь сюда и смотрите туда-сюда, туда-сюда. Фокусируйте внимание на близком объекте и на дальнем. Все, у вас тренируется мышца, которая держит места. Все. Зрение у вас на пятерку. Здесь то же самое. То есть принцип всех практик заключается именно в этом. И чем активнее фаза загрузки, чем более сфокусировано ваше внимание, тем будет более глубже растворение и расфокусировка внимания. Теперь понятно? Какой-то вопрос у тебя был. Ты ко мне подходил. А это я потом лично спрошу. А, лично спрошу. Хорошо, какие вопросы есть? Вопрос, можно ли самостоятельно или с помощью кого-то определить, в правильном направлении медитируешь или нет? Потому что, как ты сказал, что можно многие годы медитировать неправильно. Тут лучше знать критерии правильной медитации. Для себя. Можно все-таки знать критерии и определить, правильно медитируешь или неправильно. Я понял. Понимаешь, что правильно ты медитируешь или нет, очень простой критерий. Если практика тебя наполняет, расслабляет, наполняет, то есть тебе от этого хорошо, значит, ты идешь в правильном направлении.
если она тебя грузит, то, ну, опустошает, то практика не совсем работает. Опять же, есть люди, которые, у которых активность высокая по жизни, жила в одном месте. И им лучше делать, например, ходить на йогу, которая будет. Кстати, понимаете? Есть люди, которые ходят на динамику, либо ходят на динамические виды йоги, либо на фитнес какой-то, либо на там, танцы, но они сами по своей природе динамичные, понимаете? И это их разбалансирует. Таким людям необходимо, то есть для себя нужно понять, в динамике ты живешь или нет. Есть шило в одном месте или нет, по своей природе, просто по энергетике. А если вот от этого можно уже подбирать практику. Потому что если вы очень динамично себя ведете в течение дня, ну, либо беспокойный, скажем так, не обязательно дергаться себе, вы просто можете про себя это понять, посмотреть, как вы живете. Если вы динамичны, то идите на практики, которые работают со статикой. Так, чтобы они вас балансировали или заземляли, если вам все безразлично в этой жизни становится. То есть необходимо заземляться. Если наоборот, вы такой что сегодня было? То идите на динамике, понимаете? Все, вот от этого можете отталкиваться. И вы посмотрите эффект. Еще важная тема, ну, необходима регулярность. То есть необходима регулярность практик. Как бы ритм получается. Вы можете делать практики через день, можете делать их каждый день, можете делать раз в два дня, но не нарушайте этот ритм. Потому что вы раскачиваете маятник. Маятник сил, который вас будет потом в дальнейшем питать. Как только вы останавливаете практику, маятник еще вас какое-то время питает, как аккумулятор, который вы заряжаете, да? Вы же его не так заряжаете. То. Нет, он не будет заряжаться, он испортится. А вы включаете постоянно, и он впитывается. То же самое. Вы раскачиваете свой эгрегор энергетически через практики, через регулярное занятие. И не обязательно, чтобы эти практики были выносящими мозги. Потому что многие люди любят, чтобы их вскрывало так, что «О, да, техника работает, да, мозги на стене, он такой, точно, да, вот, как бы, действительно, да, работает». А вот это вот фиговая медитация. Я сидел целый час, не мог построиться. Это шабор, какая-то фигня. Нет, не обязательно. Потому что пассивная медитация вам может дать больше силы, нежели чем какие-то активные виды деятельности. Понимаете? То есть необходимо вам для себя, ну, просто понаблюдать, определить себя, свою природу. Насколько вы в активе, насколько вы в пассиве. И балансировать этими практиками. Потому что их море, вот, всяких медитаций, занятий, там, учителей, всяких там, гуру, там, масса направлений, масса. Просто можно в этом утонуть. Вопросы? Динамическая медитация именно Моша? А, ну, я об этом говорить много не смогу, потому что рекомендую просто прийти с утра и поплясать на динамике. Да, здесь. Они здесь проходят. Еще раз, какой? Динамическая медитация Оша. Оша.
это ошибский характер. У него достаточно мощные практики, серьезные есть такие вещи, но к ним нужно быть готовым. То есть необходимо пробовать. Потому что я не могу вам сказать эликсир здоровья, счастья. Вот это он. Это не это. Амрит, все. Ты попьешь и будешь в теме всегда. Все нормально. А вот это не пей все. Нет такой темы, нет такой техники, которая будет идеальна. Есть практики, выводящие вас на свой собственный путь развития. Выводящие. То есть это как коридорчик такой. Вы через эти практики постигаете свою природу и уже безошибочно идете в нужном вам направлении. Понимаете? Но есть практики, которые, понимаете, из-за которых человек застревает в этом коридоре. Он прыгает, динамится, а толку нету. Ну там есть какие-то эмоциональные всплески. О, мосты на стене, о, вот сегодня дал, а так дал. А толку? Толку нет. А к чему идет? Да, да, это нормально, еще больше дергается. Чего это же энергично? Так нужен баланс, потому что ваша наивысшая точка эффективности, когда вы в балансе. Когда вы в балансе. А балансируете чем? Брам-пам-пам. А это есть маятник, который вы раскачиваете. Этот маятник потом питает вас. Нужный вам момент. Когда вам грустно, печально, вы звоните своему маятнику, которые нарабатывали в течение года-двух. Алло, здорово, маятник. Слушай, мне что-то печально на душе. Дай-ка мне энергии. Он такой, на. Все, вас подкинуло, все нормально. Это в том случае, если вы занимаетесь раскачкой, если вы занимаетесь практикой. Какими именно вы можете для себя решить? А как их найти? Ходите на эту практику, на эту. Меняйте инструкторов по йоге, смотрите, какой он больше нравится. Но опять же, есть хорошая личность. Я заметил, есть тренера, у них крутая личность. То есть люди идут на личность, но не на то, что... Но не на ценность материала, который дает тренер. Понимаете? А есть, наоборот, личность, ну, непонятная вообще личность тренера, но он дает ценный материал. Вот, к сожалению, проведенный мной эксперимент показывает то, что все-таки большинство людей, 80%, идут на шоу. Идут на шоу. Многим не нужны никакие ценности, не нужны никакие суперинструменты, потому что любой хороший, серьезный инструмент по поднятию энергетики, по поднятию тонуса, он требует от вас ресурсов. Ресурса, внимания, времени, регулярности. Вот этой вот нудной регулярности и так далее. Поэтому, а шоу что, ну еще и требует. Или там давай сказки заливай, прикольно. Поэтому такая тема. Важно не запутаться в коридоре. С колбасой. Поэтому на это надо выйти. После того, как вы на это выходите, у Гурджиева это назывался и называется магнетический центр. Слышали, да? Это тот центр, который вас магнитит или магнитит к вам нужные для вас события, нужный для вас опыт, и как раз таки он отвечает за ваше развитие. Бывает такого, что нет этого центра, то есть его нужно развить. Как раз таки можно развить через практику. Опять через раскачку. Раскачивайте маятник. Туда-сюда. К
качайте маятник медитации. А в свое время я занимался легкой атлетикой очень усиленно. То есть без 3 часов бега без перерыва было плохо, некомфортно. Надо было пробежать 30 километров, и тогда круто. Ты пробегаешь, ну это нормальная нагрузка. Потому что когда ты останавливаешься после там, нескольких часов бега и садишься, резко садишься, то это непередаваемое ощущение. Это просто космос. Это такое блаженство. Ты думаешь, как бы его вот так вот без этих вот. Понимаете, где его достать? Вот хочется вот. И пошло. Нет, надо. Мантра фокусирует внимание. То есть мантра заставляет ваше внимание быть в фокусе. Ни туда, ни сюда, только вот это, вот это, вот это. И по кругу. Вот это, вот это, вот это. Вообще мантры, они кольцуют внимание. И за счет этого останавливают наши. Можно отрубить голову, повторяя одну и ту же, одни и те же фразы. А если это еще хорошая амальгама, например, сегодня будет прекрасно, или сегодня есть хороший день, сегодня есть хороший день, или я желаю всем счастья. То есть амальгама, повторяйте, повторяйте, повторяйте. Ваше внимание кольцуется на этой установке, и реальность начинает отвлекаться именно под эту установку. Но лично для вас. Для бомжа, который сидит около мусорки и говорит на бухло откровенно, у него другая амальгама на бухло. Он к вечеру ее как бы реализует. Понимаете? Но принцип действия один и тот же. То есть все вообще то же самое. Но еще есть фактор силы, который вы вкладываете в эти установки. Если у вас достаточно свободное, достаточно количество свободной энергии, то вам достаточно пару раз про себя так легко повторить, и сразу же происходит. Понятно по теме? Все, вопросы. А такие практики, допустим, там темный ретрит или выпасана, они направлены просто на собой загруз в одну сторону, а потом его уже разгружать? Ну вот, выпасана, во-первых, бывают разные. Разные, но смысл у них один. Отрубить. Не ум отрубить, потому что он там на периоды отключается. А отрубить речь. Все, что связано с коммуникацией. Так ты это отрубаешь, у тебя включаются другие механизмы. То есть другие формы сознания, скажем. И випассана направлена на то, чтобы включить другие формы сознания. Но, как правило, в самой випассане там есть медитации, которые обязывают тебя фокусировать внимание в точке в течение там, часа. Но вот как я проходил випассану, 3 часа в день, каждый день, нужно было держать фокус и внимание в точке. Не двигаться в этот момент. Нога затекла у тебя, ухо затекло или там еще что-то, то ты сидишь, нельзя шевелиться, нельзя отводить глаза, ты пялишься в одну точку, все. Но это кажется очень сложно, потому что через 20 минут у тебя уже начинается такая внутренняя паника, но тебе нельзя поддаваться ничего, потом ты просто отключаешься. То есть белый шум, одна точка, белый шум, то, что у вас боковое зрение сейчас, это все пропадает вообще. И ты куда-то вообще проваливаешься. Но ты не спишь, это не сон, это другая форма сознания. Но это концентрация, это активная медитация. То есть это прям четкая концентрация на точке. Как только ты о чем-то подумал, все, до свидания, возвращай свою думку вот сюда. Хоп, опять себя поймал. И ты так просто минут 15 себя ловишь, где только можно. То есть вообще по всей вселенной твои мозги растекаются. Я такой фигне думаю на самом деле. Просто
Вот первые три дня ты такой бред вообще идет. Потом, и ты это все вылавливаешь. Это вот как, знаешь, ты хоп, сеткой выловил, собрал. Потом, потому что потом не возвращаются эти же мысли. Там как бы несколько слоев, и ты вот эти слои прям сознательно прорабатываешь. Но это когда ты смотришь на точку. Час проходит, у тебя уже тело в дереве такое, ты как бы рукой помогаешь ногу одну, она отмерла вторую ногу, сидишь, у тебя там этот дрожь, эти покалывания, потом ты встаешь и ходишь, как это, молчишь, смотришь на птичек, как они общаются. Даже понимаешь иногда, что они говорят. Смотришь, какие на птицы, ты прям четко понимаешь, как вот что, о чем у них там идет беседа. Потом думаешь, так, с крыши уехала, мне все нормально. Смотрим дальше. Это очень интересно, заниматься. Я рекомендую пройти випассану, если же вот такая возможность. Но они, опять же, разные бывают. Понимаете, вот практика випассана, холотропное дыхание, ребёфинг, динамическая медитация. И их ведут разные мастера. То есть блюдо одно, но готовит его каждый мастер по-своему. То есть вот это нужно всегда понимать. То есть если вы пошли на дыхание в одно место, да, прошли какое-то понимание, там какой-то опыт получили, вы пришли на то же самое, та же вывеска, в другое место, это уже будет совершенно другая практика, другое блюдо, другое направление, другая подача. Просто вам нужно самим разбираться, в каком направлении действует практика. А в випассане, да, там зашито актив-пассив, актив-пассив. Да. Ну вот очень-очень глубокая проработка, это когда вы медитируете, сфокусировав свое внимание на объекте. Это, ну, достаточно серьезная техника. Вот свеча, медитация на свечу. А, я касался этой темы зимой. Что нужно сделать? Необходимо дома выделить часик спокойствия, зажечь свечку на расстоянии где-то 30-40 сантиметров и уставиться на кончик пламени. Задача. Задача заключается в том, чтобы вы отлавливали все свои мысли, которые будут идти фоном. Они будут по-любому идти. Там такой бред просто. Вот эти мысли вы отлавливаете и на кончик пламени. То есть вам ваша задача присутствовать всегда на пламени свечи. Всегда присутствовать. О чем-то подумали, не отстой, на пламя. О чем-то подумали, так, на пламя. И всегда нужно быть на этом пламя. Всегда. То есть это будет сложно сделать. Вы будете какое-то время на этом кончике, но потом опять себя поймаете, что куда-то опять ползете. Лучше начинать не с часа, потому что это гиперсложно. Лучше начинать с 15, 20, 25. В этот момент время становится очень долго идти. И вам кажется, что прошло 10 минут, а вы всего лишь... вам кажется, что прошел час. Вопросы? А часто это надо делать? Каждый день. Да. Ну, то есть этим можно самому заняться, да? Нужно. Ну, я... Конечно. Не надо там... наставник. Нет. Что я вам хочу сказать? Уходить надо от наставников, от мастеров и так далее. Нужно использовать. Использовать для своего развития, брать нужную информацию, нужный опыт, и этот опыт развивается самостоятельно. Потому что может выработаться зависимость от, ну, не от одного, может быть, от разных. То есть, понимаете, я заметил, что? Заметил, что люди очень любят, когда их кто-то учит, когда их ведут и показывают, и рассказывают. Это очень прям любят. Я по себе это знаю. Потому что мы были воспитаны, что придет дядя всемогущий,
и покажет, как надо правильно делать. Пока он не пришел, говорясь у нас. То есть это, ну, привычка, это вот форма сознания. Вот такой механизм, который постоянно нас, вот он останавливает. Он останавливает в развитии многих людей. Почему? Потому что дядя-то не пришел, а я-то делать не знаю. Все. А можно найти дядю, узнать у него, что он там, как там делает. А, да я знаю, как ты это делаешь. Хоба, я так же могу. Все. То есть вы начинаете уже выходить из поля зависимости. А со свечой работать лучше каждый день. Почему? Что это дает? Очень многие люди не владеют своим вниманием. Вообще. Просто не владеют. Своим вниманием они не могут владеть. Ихним вниманием что владеет? Другие люди. Круг общения, реклама, интернет. Что-то такое. Чаще всего владеет внимание негативные новости. Такие негативные. Почему? Потому что на негативе внимание быстрее фокусируется, чем на позитиве. Потому что области головного мозга, которые отвечают за негативные эмоции и чувства, область сама по размеру больше, чем за позитивные. Это выработалось в соответствии с, ну, с природным нашим происхождением. Потому что, заметили, планета Земля – это на самом деле агрессивная среда. Заметили? Нет? Нет? Сходите в поход без топора, без огня, куда-нибудь в горы, и вы сразу это поймете. Знаете, как это в «Аватаре»? Там другой мир, там все норовит тебя убить и уничтожить. Надо все убивать самому. То есть планета агрессивная среда. То есть здесь нет. Почему агрессивная? Потому что, чтобы выжить, вам нужно приспособиться. То есть инстинкт выживания. И вот этот инстинкт выживания, он выработал вот эту зону головного мозга, которая отвечает за негатив. Потому что нападение. Погода испортилась. Это нападение. То есть нужно адаптироваться, выйти, согреться, холодно, есть хочу. Либо ты кого-то съешь, либо ты съешь фрукты. Чтобы съесть фрукты, надо где-то достать, вырастить. Вот такие вот дела. Вопросы? Роман, а вот есть такая штука фотоауры, и там чакры вот такие тоже. Как вы думаете, насколько там вот это актуально как-нибудь, ну, то есть соответствует, или это просто ерунда? Нет, это в какой-то степени соответствует, но я смысла в этом не вижу. Это как игрушка, ну, просто прикольно. Потому что цвет вашей ауры меняется каждую минуту. Ну, а чакры, насколько они развиты? Ваши чакры также откликаются на внешние. То есть они могут. То есть у вас будет через разные периоды. Сделайте фотоауру, у вас будет разный. То есть активность энергетических центров, она меняется в соответствии от условий, которые вас окружают. Вы сидите в комфорте, вы расслаблены, угрозы нет. Все, вы начинаете о чем-то думать. Какие-то творческие порывы, да, что-то хочется там сделать, эдакая активность вот здесь. Возникает опасность, энергия спускается вниз, возникает небольшой страх, надо действовать, активность вот здесь. И в соответствии вот внешнего фактора ты делаешь фотоауру и смотришь, о, какой я слепной, класс, я сиреневый там, или это. То есть это, ну, прикольная штука. Но вот мы же развиваем шутку, то есть она все равно, как у нас, и так же будет меняться. А, если вы прокачиваете чакры, если вы прокачиваете, то есть вы убрали блоки, у вас, ну, допустим, все центра работают хорошо, то есть это гармония, это внутренняя гармония, когда у вас все центра работают.
Когда внутри дисгармония, когда есть конфликт, то значит какой-то центр заблокирован. Но если у вас все хорошо, то вы почувствуете, когда у вас захлопнулся какой-то центр. Вы это определите сразу. Ну, можно смотреть на фото. Не уверен, что мы определим, да? Ну, вы же чувствуете, когда вам хорошо, когда вам не очень хорошо. И в этот момент можно отследить, почему нехорошо. Вот. Можно понаблюдать, в зависимости от чего у вас идет утечка, от каких событий. И вот это наблюдение может вам подсказать, на какой центр идет воздействие, или на какой центр начинает блокировать. Я по чакрам уже рассказывал, как можно определить, где блоки по чакрам. Говорил, да? Блок нижних центров – это здоровье, физика. Вот так, копчик. Да? Ну, копчик, он отвечает за физику, за наше грубое физическое тело. Очень плохо, когда его пробивают. Потому что если человек заболевает, какой-то болезнь, то это уже нужно принимать не это не есть хорошо. Но прежде чем человек болеет, есть какие-то предпосылы. Ментальные, не умственные, а эмоциональные. И потом это все дело может пробить на физику. То есть, ну, заболеть. А это можно предотвратить. То есть заболевание может быть от негативных эмоций. То есть если человек постоянно на негативе, он может просто физически заболеть. Либо сформировать события, которые подорвут его здоровье. Это же все в поле формируется. Если блок на Сватхистане, то человек просто не получает удовольствия ни от еды, ни от общения, ни от просмотра фильма. То есть он не чувствует удовольствия. То есть это тоже важно. То есть вы же не будете пить чай, который вам не доставляет. Или там есть еду, которая вам не нравится. Вот. Это значит заблокирован второй центр. Либо нет удовольствия от секса. Нет. Все, это блок второго центра. Третий, это у нас маникюр, это воля, это действие. Это как и есть. Были у меня такие ребята, которые говорят, вот у меня маникюра там заблокирована, я не могу действовать. То есть это парализует волю человека, он не может действовать. Нужно. То есть действие заблокировано. Сказать не может что-то. Постоять сможет. Заблокирован третий центр. Сделать что-то не может. Думает, все ясно. А сделать не может. Понимаете? То есть заблокирован третий. То есть как только снимается блок, он просто ходит, так это же взял и сделал. То есть даже не думал, а взял и сделал. И все. То есть это действие. Сердце, четвертый центр, это, скажем так, я бы это отнес больше к коммуникации. Ну, коммуникация, вижу, это тоже, ну, здесь, скажем так, если у человека заблокирован четвертый центр сердечной чакры, то этот человек не может простить. Он недобрый, у него нету такой как бы внутренней доброты, нету благодарности, он ну, в какой-то мере агрессивный, и, то есть он страдает от собственного гнева, то есть это агрессия. Требования от окружающих чего-то, такой вампиризм, скажем. И, скажем так, тотальная неудовлетворенность людьми, либо окружением. То есть это блок. Почему? Что такое блок? Энергия идет вверх, и если тут блок, она упирается, не проходит, разворачивается, и вот здесь тусуется. В маникюре. И человек что начинает? Он
из-за неудовлетворенности своей жизни он начинает давить на окружающих. А давит он Давай. А он чем больше давит на мир, тем больше блокирует себя, потому что он не удовлетворяется этим. То есть ему нужно снять блок, так, чтобы он пришел. Вишудха – это когда ты не знаешь, как себя представить в обществе. То есть это тоже близится к своему предназначению. И опять же, речь. Вишудха отвечает за речь, за донесение информации, за точность донесения информации и за творческую способность, за способность творить, что-то придумать. Очень изобретательные люди. Знаете, вот русские опасны не тем, что они там какие-то, а опасны своими изобретениями нехитрыми. Ну, то есть в войне, да, они такие вещи придумывали, которые поражали просто врагов и в ужасе. Почему? Потому что вот изобретения не все идут на вишудху. То есть это такой мощный центр творческой энергии, на котором можно просто придумать, отмочить что-то, написать что-то. Стихи все, они все на вишудху. Шутки такие очень тонкие, все это идет на вишудху. Если заблокирован, то человек, он, скажем так, не... Он такой серый, не может выразить свои мысли. Ему сложно это сделать, он хочет, но он затрудняется. Либо получается ляпа, вот... Не хочу примеры сейчас. Есть примеры интересные для политиков наших, украинских политиков, которых не шутка напрочь заблокировали. Когда человек морозит фигню откровенно, думая, что это тема, а на самом деле это не очень полезная информация. Это значит, что у него просто здесь не работает, не может это четко, понятно вынести. А блок на ажне – это, опять же, отсутствие видения и такая конкретная опора на логику. То есть на ум, который мы стараемся включить. Только мы включаем ум, у нас включаются другие области сознания, которые нас начинают вести, ну и добавляться. То есть это расширение сознания. Вот. Если расширение сознания не происходит, то человек начинает опираться на план действий, как там по плану. И для человека непонятна импровизация. Я сейчас все это говорю на импровизации, плана нет. Очень трудно на него опереться, потому что всегда выходит в другую сторону. Оно понятно? Ну и все. То есть ты можешь просто проследить, прочувствовать, где у тебя не идет. Все. Вот если я подвержена своей простуде, значит у меня на первый час. Простуды? Ну, здесь просто обратиться к правилам питания. Как я уже обратилась, не помогает. И как? Что? Как же я обратилась? Ну вот как вы нас учили, я так и обратилась. Вот уже где-то второй месяц. Ну, как ты пишешься? Морскую капусту, огурцы, помидоры, мёд, чай. Ну, то есть вот. Зелень? Фрукты. Два месяца? Что же мне нужно? Примерно так, да? Вот я вам скажу, для того, чтобы сформировалась другая микрофлора на новом питании, нужно, чтобы прошло год минимум. Год. Один год формируется микрофлора. Но пока у вас идет переходный период, вот от нуля, важный момент, почему-то он упускается из виду. От нуля до, скажем так, до установки полностью всех драйверов вашей системы на новом питании должен пройти примерно один год. Но в этот момент может, знаете, как колбасить, прыщи могут появиться, заболеть, да, вот,
Это есть хорошо. Почему? Нет. Потому что то, что было скрыто в организме, оно начинает вылезать наружу. Очень многие люди бросают. 2-3 месяца прошло, у них поперло все. Они, все, я заболел. То есть, если даже есть какие-то болезни в скрытой форме, они начинают вылезать. Это пугает. И человек приходит обратно. Понимаете? Как только начали сыроедить, хотя бы 80%, это уже большой шаг, очень большой, то получается всегда падение веса, даже настроение может упасть, падает настроение, что-то вылазит и так далее. Но потом организм плавно восстанавливает, у него, понимаете, здесь одна микрофлора, а здесь другая микрофлора. Вот ее нужно сформировать. То есть на сыроедении у вас не будет уже этих бактерий, которые здесь. Там уже другие люди. Другие. Понимаете? То есть и переходный период, опять же, еще у всех индивидуальный. То есть вот год это я сказал условно. Ну, год. Обычно как бы по нормативам. Но нормативов тоже нет. Есть люди, у которых формируется микрофлора за 6 месяцев, да? Есть люди, у которых микрофлора формируется за 5 месяцев. Если у вас более такой уже. То есть если возраст уже где-то за 30, то, конечно же, формирование. Если до 30 быстро, понимаете? Ну, чем больше лет, тем быстрее, тем дольше переход. Чем меньше лет, тем быстрее переход. То есть вот это тоже нужно учитывать. То есть все вот так вот относительно. Опять же, копайте информацию по питанию. То есть, если вы поставите физику на хорошие рельсы, на новое питание, то простуды там еще что-то. Переходя на новый тип питания, вы формируете совершенно другой организм. Совершенно другие клетки, совершенно другую микрофлору здесь, совершенно другую кровь. И состав мозгов совершенно другой. Понимаете? Совершенно другая проводимость электрических сигналов. Совершенно другое сознание. Вот и все. Просто вопрос в том, сколько будет идти переход во времени. И способны ли вы выдержать вот эти все спады? Понимаете? То есть тут уже нужно убеждение. Такое для себя хорошее убеждение, мотивация пройти до конца. Есть моменты, когда люди неправильно сыроедят и отгребают. Хороших последствий. Это почему случается? Потому что неправильно информировано. Очень много сейчас информации, ее нужно пылесосить всю по питанию. Все точки зрения рассматривать. Не циклиться на какой-то одной. Есть 100% сыроедение, есть сыромоноедение и так далее. То есть это разные ступеньки. Есть веганство, то есть это вот как такие ступени питания. Ну и так далее. Обычное вегетарианство, веганство — это без животной пищи. Тут еще молоко, но без мяса. Тут уже без молока и без мяса, без ничего. Здесь уже сыроедение. Здесь сыромоно. Тут уже фрукторианство идет. Это когда вы кушаете отдельно каждый продукт сырой, не смешиваете. Последний ступень — питание космической энергии. Да, последнее — это уже питание космической энергии. Такой идешь с тарелкой, оп, ложкой. Какая вкусная энергия. Оп, а вот этой? Не очень.
отмахнул, о, вот это хорошее. И праной так ходишь, пытаешься. Ну, только ложку надо с собой носить. Вот. Ну, здесь фрукты. Вот, понимаете, я все-таки скептически отношусь к некоторым моментам по поводу праноеда. Вот ни один праноед еще не доказал, что он реально чуть-чуть. Ну нет такого. Вот есть заявленные праноеды в интернете, да? Вот где? На просторе. А они только говорят, что они ничего не делают. Но нету ни одного подтверждения того, что это реально. А подтверждение какое? Закрывают праноеды, эксперты, в дом, все условия, камеры и не дают. Ну хотя бы месяц, ну полтора месяца человек продержался, посмотрели на его поведение, если оно не изменилось, в принципе, если у него речь не такая, как, знаете, после двух недель голода сухого. Я на голоде. Такой. Это круто, ребята. Такой вообще. Ну, сдулся парень. Типа, ну, булку ему надо дать, чтобы надулся обратно. Если такого не произошло, и ну, полтора месяца прошел, человек живой, реально, да, он ничего не ест. Ну, почему такого нету? Этого нету. Никто еще этого не проводил. Все только говорят, мы, праноеды, космически питаемся силами, чакрами и так далее. Все, нету подтверждений. А, но якобы ты последняя ступенька, это ты уже ничего не ешь, и ничего не ешь. Тогда с... Но это выше. Там, а, есть еще жидкое питание. Фруктоед. Жидкое питание. Сокоеды. Жидкое питание. Соки. Соки, а потом разбавленной водичкой, а потом водичка и вообще ничего. Ну, якобы это вот последняя ступень, а тут уже прана. Есть. Секрет? Сейчас я вам открою супер-гипер-секрет своей личной мотивации, которую вам не надо искать вовне. Только никому не говорить. Это секрет вашей внутренней мотивации, ключ к успеху, ключ ко всем дверям, то, что вас будет пинать, толкать каждый день, без каких-либо отклонений, без шага назад. Вы всегда будете в тонусе, когда вам будет грустно, вы только вспомните об этом, и вас сразу ох, попрет, какая грусть, грусть пошла отсюда. Мне тут другое появилось. Это одна мысль. Одна мысль сразу меняет ваше сознание. Как он умер, он может пойти вытащить свой меч и побороть. Каждый день думайте, что этот день может быть сегодня вашим последним днем жизни.
с самого начала это кажется какой-то лабудой, но потом, понимаете, это нужно, нужно раскачивать. Просто подумать, о, я когда-нибудь умру. Да, пофиг. Когда-нибудь через лет так 50. Бог с ним. Нет, не прокатит. Надо прям четко себя встроить это осознание и чувствовать, что сегодня прожитый день приблизил вас еще на один день к смерти. И только ты это понимаешь, у тебя сразу же какая нафиг фигня вообще? Какая обида вообще? Да я умру вообще. Мало ли вот приходит все ближе и ближе ко мне эта штука с косой. И все. Молодые об этом не думают, потому что они слишком молодые, они в иллюзиях пребывают, что это когда-то будет там. А в возрасте об этом как-то думать и не принято, да и зачем? И так далее. Но осознание смерти – это сильный мотиватор. Наисильнейший, просто. Есть практики, походы на кладбище, жесткие техники. Похороны свои, закапывания, да. Так, чтобы вот это прям немножко себя встряхнуть. Все экстремальные виды спорта, как раз таки, каждого экстремальщика окунают в это состояние на несколько секунд. Поэтому на них торчат, на экстремальных видах спорта. Потому что одно неверное движение. И все знаете, да, что с Шумахером произошло? Очень печальная история. Но это был его выбор, поэтому. То есть он знал, на что. И вот каждый экстремальщик, они знают, что одно неверное движение, все. И это как раз-таки осознание смерти. Но не обязательно вам ехать куда-то там, прокирить и так далее. Важно думать об этом каждый день, каждое утро. Каждый вечер. Все. Это мощнейшая сила, которая будет вас мотивировать. Потихоньку из жизни начнут уходить лишняя фигня, мысли, сожаления. Потому что вы поймете, что пока вы сожалеете или думаете о каком-то негативе, у вас уходит просто время. Все, зачем думать об этом в это время, если можно думать о другом? Все. Как вам секрет? Секрет древних тальтек. Прекрасно провели время. Еще один вопрос и закончим. А на занятии вы сказали о том, что, возвращаясь к медитации, да? О том, что вы знаете способ по обману разума для того, чтобы заставить его замолчать. Практики остановки внутреннего диалога. Я, кстати, уже говорил не раз. Ну, я вшиваю некоторые практики так, чтобы вот сделайте это, тогда вам будет легче. Все делают, а это на самом деле серьезная техника по остановке диалога. Ты можешь сейчас прислушаться к окружающим звукам. Погуляйте внимание на улице и здесь. Вот в этот момент у вас останавливается внутренний диалог. Что надо делать дальше? Нужно эту практику внедрить в ежедневное использование. Делайте так всегда, везде. Но в метро сложновато, там это вот шумы и так далее. Делайте это в таких более-менее тихих местах. Парк, хорошо. Отключайте внутренний диалог и расширяйте силу безмолвия. И вот эта сила безмолвия, она имеет свойство накапливать. Потом вы обнаруживаете, что вам это удается очень легко и по щелчку пальца в любой момент. Просто остановка внутреннего диалога, она очень много меняет в сознании. То есть это как изменение направления ветра. То есть ваше сознание как ветер. И как только вы останавливаете внутренний диалог, у вас есть возможность поменять направление ветра в другую сторону. А это направление вашей, течение вашей энергии. Она в другую сторону начинает.
остановили бы. Ну да, потому что негативные мысли очень сложно остановить. Это когда направление. Ты начинаешь себя накручивать по десятому раз, думаешь об одном и том же, и останавливаешься в этот момент. Зачем? Конечно, конечно. Опять же, чтобы остановить направление негативного потока мысли внутри себя, чтобы остановить его при помощи установки внутреннего диалога, необходимо до этого потока негативного тренироваться. Понимаете? Нужна тренировка, чтобы в момент негативного потока мысли у вас уже была масса натренированного вашего майнда. Если вы не тренируетесь просто в теории, я знаю, надо сфокусировать внимание на внешних звуках, а сами думаете, какая вообще проблема, такая жесть, и вы не можете это сделать, потому что у вас не развит этот мускул остановки внутреннего диалога. А его нужно нарабатывать в свободное время, постоянно свободное время, которое у вас есть, когда вы ничем не занимаетесь. Останавливайте мысли так, чтобы у вас это всегда было под рукой. Вы только вспомнили, так тихо, надо остановить внутренний диалог. Все. То есть течение мысли уже пошло в другую сторону. Что теперь делать? Итак, на сегодня все. Благодарю за внимание. Спасибо вам. За внимание. Все? В записи, наверное, появится и прошлая лекция, и это уже. Еще одно слово скажу по поводу того, что вопрос. Нужно заземляться. Если вас отрывает от земли, заземляйтесь. Это любая физическая нагрузка. На фитнес, пробежка, гантельки, отжимания, приседания. И в том же духе. Это приземляет вас, но не дает зацепиться за материальный фитнес. Потому что вот это, когда у вас рождается отрешенность, это рождение новой личности. Его можно запороть. А можно этому поспособствовать, и когда у вас родится новая личность, вы будете отрешённы от событий, которые не будут уже вами управлять. У вас будет выбор – идти, не идти, делать, не делать. А раньше было, например, только делать или только не делать. Выбора не было. Вот и все. Нужно заземляться обязательно. Компьютер еще стоит. О том, как заземляться, я уже не сказал. Берете яму, берете лопату, едете на подземку, мешок картошки. Перед этим подумайте ментально о своем желании. Очень хорошо. Помусольте его в мыслях. Помедитируйте на то, что вы хотите. А потом это отбрасывайте и копайте. Если сейчас ребят кришнаидов заставят всех поехать на пазенду и выкопать 2 гектара картошки всей группы, у них бы такая практика была, им бы снизошел Кришна и сказал: ребята, я так люблю картошку, давайте быстрее. Все. Примерно так. Все. Всем спасибо. Shake a bit him, yak yas yam.